первый участник чемпионата. Даша не всегда первый. Отдыхай. Я первый, да, приехал? Где-то первый. Ломан сейчас нравится. 17. Нам тульский пацан едет. Или как едет? Уже приехал. У нас новый оператор? Да, у нас новый оператор. Там ломали собственные персоны. Не скучали, да. Нормально, так. Да потихоньку. Тесты, тесты. Что за тесты? Просто тесты. Ходи, ты не дальше, я их сам старался. Так, пошли, 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 пошли. Сними хотя бы, а то надо сам сейчас. Тем более, я поразился, спустился, я сделаю. Ну там сейчас снимать, а будут показывать это. Кто мне будет снимать? В Челси, давай. Ага. В Челси, да. Так, ну, это, туда, да. Вот в этом можно. Как скажешь. Только потерпи чуть-чуть, хорошо? Этого человека в маске даже не узнать. Где правильно? Я сразу узнал ее. Не распознаешь даже сразу. Правильно. Все, какая?
это эти зубины, да, которые играли? Ну да, вот те самые, внизу. А ты же Найк, да, был? Не, брат, Пума. Да. А это купил сам? Тём, ещё контент пилит? Пока. Так, аккуратно, Тём. Осторожно. Аккуратно. Всё, ребят, давайте сразу. Поехали, побежали легко кружочек и сюда на разминку. Пошли. Пошли, пошли, попробуй, побежали. Бери, 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 давай, давай, давай. Давайте потихонечку отвечать по традиции на ваши вопросы. Задавайте приветы. Традиционная вещь. Приветы. Всем буду передавать, всем буду обязательно рассказывать. Да и парни все следят и смотрят за нашими эфирами. Вот мгновениями ранее Данили с собой у нас появился. Раз, два. Каждый дайте динамики своему эпизоду. Раз, уходит, оп, раз, два. Раз. Два. Два остался. Вот и работает. Оп, раз, два. Каждый эпизод с мячом. Каждый эпизод с мячом. Удобно в одно, удобно в одно. Да. Оп, да. Удобно в одно, да. Удобно в одно. Ничего, 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 ничего. Да, да, да. Взрыв, пауза. Взрыв, хорошо, пауза. Да. Покажи. Хорошо. Ну как, клони, Даня. Касание. Никита, ты стрелял? Нет. Ну все, дыши, дыши. Можешь тоже смотреть. Я тут прострелил. Хорошо, под касание ему, чтобы вот он... Еще раз. Поэтому защитник у меня отвечает давление будет. Можно? Да, попробуй. Они лучше пойдет. Хорош, хорошо. Не, да я все без шансов. Есть? Нет. Вань, смотрел твое интервью как раз с Артемом. Ты сказал, что начал заниматься футболом после Евро. Ну, ты сам мог представить, что когда-то Ну, когда я только начал заниматься, конечно, нет. Когда стал взрослеть, понимаешь уровень футбола своего и своих оппонентов, и, конечно, ты хочешь добиться этого. Ну, когда первый раз поехал, да, было прикольно, то, что с ребятами, которые играли в Лиге чемпионов, на поле самых топовых европейских команд вместе тренируешься, а когда вызываешься, ну, практически на постоянной основе уже, это все, кто не привык, понимаешь, что они такие же футболисты, и можно играть в таком же, как они. Футбол – такая игра, что может все случиться. Мне кажется, самая слабая команда в одном матче не может играть суперсильного соперника. Надо быть максимально концентрированным на каждую игру, чтобы показывать то, что, чего ты стоишь и добиваться максимум. Всем привет, я Иван Ломаев, вратарь молодежной сборной России. Супер, спасибо. Вам спасибо. Да всех, конечно, хотим, почему бы и нет. И ребят тоже хотят. Ну, для этого будем стараться. В целом, какие цели сейчас у тренерского штаба? Это пройти групповой этап, потом уже есть что-то глобальное? Или... Далеко не будем загадывать. Надо сначала
выйти, пройти групповой этап, а там уже будем смотреть. Ну типа ты спорим, чуток поэнергичнее и все. Понятно, что тренировка, пацаны, устали. Какая фраза была? Идем на поле. Хватит уже, идем на поле. Ну да. Смотри, сейчас я, грубо говоря, не важно, что остальные делают, ты типа смотришь на него, угу. И эту фразу говоришь. Ну, да, поехали. Тогда вот так. Да, это тоже неинтересно. Хватит уже, идемте на поле. Тогда может сальтушку? Да ты не сможешь. Спорим? Спорим. Пойдем, покажи. Так, что там этот? А если вот так? А мы постоянно поменяли, нет? Это уже было, ты говорил? Да. А потом? Спорим было еще. Это уже. Первый, ты говоришь, это уже было? Второе. Давай. Уже снимаем. Да не, это уже было. Не, это тоже неинтересно. Спорим? Мы же говорим о финальной части чемпионата Европы. Это не отборочный турнир, да, поэтому априори слабых команд нет. И здесь, если мы окажемся сильнее, значит, мы будем приняли ту игровую идею, ту стиль и то направление, за счет которого мы играли на протяжении отборочного цикла. Если мы это продолжим, если мы это усилим, и если мы сделаем это с учетом от соперников, с которыми нам предстоит играть, значит, у нас все должно быть хорошо.